представляет группа «Никита», прошлогодние победители в номинации «Секс-символ». И супер-блондинка Ольга Полякова. Итак, по мнению экспертного совета, в 2009 году секс-символом становится Макс Барских. Поздравляю, мужчина! Хоч і не зміг він завоювати сексуальну лободу, лише йому вдається мацати у танці саму Наталку Могилевську. На концерти він надягає штани такі низькі, що аж дупу видно, та пожирає своїм поглядом фанаток. І робить усе це 19-річний Макс Барських. Було предложення секса за деньги, було предложення просто секса, було предложення заіметь ребенка, було, навіть не предложення, було дійство, роздирали повністю штани, футболки на сцене стягивали, знаете, отрывали все, что было на теле, пытались ущипнуть за интимные места, но это очень здорово. Хоч и співає він «Мне не нужен секс без любви», поводиться хлопець на сцене, як у ліжку. Сексуальні рухи, еротичні кліпи навколо купа збуджених фанаток. Ну, хіба не секс-символ? Конечно, неожиданная награда. Я обычно просыпаюсь утром, иду к зеркалу и думаю, что за рожа стоит передо мной. Но очень необычно, что зрители считают наоборот и считают, что эта рожа достойна звания секс-символа. Спасибо вам большое за поддержку.